дара лучший косметолог Казахстана Анара. Ну, я понимаю, что ты у нас специалист, адепт, дорогая моя, по превентивной медицине. Вот, руки у тебя легкие, приеду к тебе, там обколешь меня, я буду вообще молодухой. Главное, это душа, сколько добрых откликов, я ж прочитала. У меня очень много друзей в Казахстане, в Алматы. И вот эти цветы мне вот хочется тебе передать, понимаешь, вот твой супруг попросил, но сейчас карантин, вот сама понимаешь, я не могу тебя обнять. Вот, но я обязана рассказать, что самый главный человек по красоте – это твоя вот эта вот планида, это ты наша мать, это ты вот этих цветов достойна, вот этих роз всех на свете. Ты достойна и рукоплесканий, и стадионы можно собирать, потому что, ну, чего уж стесняться, ты модельная у нас, да, красавица, ты у нас и мама идеальная, и супруга фундаментальная, он Герман Шаич, вот, улыбнулся, вот, все знают, что ты красивая, очень интеллигентная, и вот это вот, как говорят, интеллигент, белая кость, я не знаю, там, какие крови у тебя намешаны, да, ну, все на земле, вот там, все лучше в тебе. Я вот, например, там, ну, вот по нашим понятиям, ну, аргынка, да, вот, старший жус, младший, средний, неважно. Пусть вся красота твоя распространяется на твоих клиентов, добрых друзей, пусть всегда будет нормальный, так, широкий, большой дастархан, ну, как принято у казахов. Вот, у меня, к сожалению, нету кабеза, нету у меня вот домбры, но я постараюсь спеть тебе. Хопи бюзды, Анар, хопи бюзды, Анар, хопи бюзды, Анар. Ну, одной рукой, вот видишь, хопи бюзды, Анар. Когда приеду, обниму тебя крепко. Елена Васильевна из Москвы. Всем твоим подписчикам, дочке, сыну, привет. И, конечно же, предводитель разных стран, твой супруг Бауржан, присоединяется наверняка к моим поздравлениям. Люблю тебя, крошка. Процветай. Здоровья, счастья, любви в медицинском вообще вот направлении. Пусть все у тебя зеленый свет на всех вот направлениях. Ну и личного счастья, загадывай, звездочка наша, сегодня 17 апреля на календаре. Загадывай свое желание девичье, да. И вот и прямо из киностудии, из гримерной, вот видишь, прям вот бросилась из студии, сейчас тебя поздравить. Люблю тебя.